Короче, для тех, кто игрушку видит в первый раз, здесь задача прожить подольше, то есть Ты думаешь, всех. есть такие? Да, я думаю, наверняка канал-то по героям. Выкидывает 100 человек на карту, и эти 100 человек убивают друг друга. Ну, есть командный режим, в котором мы сейчас, можно каждый сам Весело, короче, называется. Можно каждый сам за себя, и потихонечку зона сужается. Ты стреляешь? Так, нет, по мне. Так, ну все, минус один. Чувак Ты убил его, нарвался, да? да, нарвался не на того. Ой-ой-ой-ой, послушайте его прям. Подойди, я в сейве. Он с той стороны через дорогу. Поднимаю. Граната. Я не знаю, где она. Вас Не на вижу. карте 60 или 100 человек, да вообще 100 высаживаются, но некоторые там по каким-то причинам вылетают. Минус. Вот и дробаш пригодился. Погнали в дом, в этот, быстро, 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 на второй этаж, быстро, на второй этаж. Одна и та же мелодия играет на всех машинах и палево, согласись. Так, как выключить радио, я не могу понять. Ну чё, Нет, я в зоне, я это глубоко в почти зоне. что твой потолок. То есть одного ты выносишь, а потом тебя выносит читер. Как обычно, Ну да. да? Они перестреливаются. Угу. Да, они перестреливаются между собой или по мне было? Ну, тебя не видно, я не думаю. Между собой стопудово. Да, смотри, двое осталось. Все, читер, здравствуй. Смотри, смотри, тактист. Тактист. Угу. Накидал дымка. Он тебе дым в глаза. Тупо тактист. И типа ты не поймешь, что... А, он за дерево выглядывает. Да. Чтобы ты Я же подумал, вижу типа, его. ты идешь на него. Слева. Хитрец какой. Со снайпой, с хорошей снайпой. Ой-ой-ой. Пушит. Успеет, не успеет. Дробаш надо. А, ну, Тупо. было близко. Сколько я ему ХП оставил? Ну смотри, вот ты пожалуйста, посмотри, как он одетый. Тебя показывают, типа ты лучший в нашей команде был. Странно, за что? Ну все, топ-2, нормально. Это потолок. Нифига. Нифига, я думаю. Рано или поздно попадется катка без таких, да? Без читера. Не, сюда вряд ли кто-то упадет. Вообще Не, ноль. падают. Перед нами Падают. вон два человека, да. Я завис. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Они упали на тот большой двухэтажный дом. Упали на большой двухэтажный дом. По тебе уже стреляют, Да, серьезно? да. Может, это боты, так называемые? Точно такое же начало, как тогда. Может и правда боты, слышь? Капец, ты меня вот так вот бросил, загнал меня в такое место и кинул. Ну тогда включаем режим этого зайчика в поле. Да я вижу, я открыл этот стрим тоже. Стримопал. Капец. Я думал, Стрим ты честный. снайпер, да? Да. Он или пойдет сейчас подымать кента своего. Я Они, вижу короче, в одного. доме от меня на 240. На 15 один возле мацака. Кнокнул, добил. К нам заходит в дом. Ага, вижу, вижу. Он Нет, на меня идет. не к нам, а ко мне. Все, есть. Не, к Убил или нам. вырубил? Убил. Приближается темное время суток. Включить прибор ночного видения. Это у тебя сейчас появилось? Угу. Ну Да, использовать, конечно же. там будет укрытие удобное. Угу, меня спалили из-за этого прикола.
Добежишь? Убираешь? Не. Нокнули. Надо было сидеть. Вот эти вот перебежки в конце игры, это палево. Я... чувак, это читеры. Это читеры. Я сидел, не шевелился в кустах, они меня увидели и осанули. Так что это нормально. Топ-3 пойдет. В чате говорят, лифоны, стринги, твое все. Ну да, бегать в стрингах. По траве. Да у нас команда-то из двух человек. Два раза нужно нажать следовать? А чё? Чё, с одного раза типа непонятно, да, что ты хочешь следовать? Ты со мной упал? В смысле с тобой? А, ты тут, да. Так а чё ты, блин, давай туда, давай туда, в итоге со мной прыгнул? Ну, я не знаю, я не захотел туда, короче, летать. Мне кажется, на мини-карте сильно большие вот эти цифры. Если бы их уменьшить, чтобы на последних зонах хотя бы нормально было видно, ты в зону попадаешь или вылазишь. Так видно. Ну, когда открываешь полную тихо, карту... Это что было? Как? Что? Он выбежал слева, а потом ты развернулся вправо, а он опять выбежал слева. Не, там нормально все было, он чекнул тебя по-быстрому, а потом повторно вышел. Козлина, блин. Не, ребят, это топ-3. Угу. Новичкам везет. Опс. Не везет. А куда едем? За тобой, да? А чё? А чё по не? А что за мной? А что случилось? Ну, мы ж команда. Мы своих VR... не бросаем. VR Team? Да. Мы своих не бросаем. Только не сбей меня, пожалуйста. А куда едем? Да поехали куда-нибудь в зону. Тупо едь по пунктиру, нам направо. Mm. Обосрали, чувак. Лутать будете? Тупо выебывался, короче. Ой. Ой. Я, короче, даже не высовываюсь. Да, лучше не надо, наверное. Автомат возьми, чё с дробовиком бегаешь? Не знаю, мне как-то дробаш нравится. Капец, мы тут влипли. Чё, где? А что, ещё где-то? Да-да-да, за домом. На 195. И ещё с другой стороны где-то кто-то. Я, короче, сбегаю за этим. Я вырубил его. Капец тут замес. Так это нормально. Просто, это... просто приехали за тобой, называется. Ой-ой-ой. Я... Да, это с той стороны стреляют. Да, мы спрятались от них. Все, меня убили. Ну, этого хотя бы поднимем. Ваши товарищи еще живы. Еще есть надежда. Если бы игра знала, что это за товарищи, блять, меня кнокнули. Ребята, есть надежда. Все, надежды нету. Это жесть вообще. Вот это жесть. Я сейчас бинтами буду перематываться. Сейчас паразит думает, нафиг мне вот это. Просто приехали за тобой. Блин, сорян, чувак. Что?
А зачем мой чувак встал? Жесть. Короче, за тобой лучше не ездить. Ты сам находишь какие-то... Вообще-то, чувак, я не просил, чтобы вы за мной приехали. Там стоял УАЗик, я бы сел и уехал. Нет, ты бы не уехал без нас. Не, ну это по жести было вообще. Тупо. Всех покнокали. А, тебя убили, и ты встал? А, ну как в жизни. Если тебя убили, ты встаешь. В. Логика. В. Я просто вижу свою галочку паразита, а у тебя типа звездочка. Ну, я типа, я как лидер, мне звездочку, а вам галочку. Лидер? Ты еще скажи, что у тебя больше, чем 12 уровень. 11. Ну, а у меня 12, значит, я лидер. Поэтому я и был за рулем. Если бы я смылся, вы бы кричали мне вслед: «Димон!» И музыка «Та-да-дам!» Как в этом, в бумере. Так у меня нету хп-шки. Выйди так, на прицеле выходи, вон он за деревом. Вот красавец. Красавец же. Дайте хилку. Есть. Сейчас где-то упадем. Этот чувак тупо бежал за тобой, прикинь. Тут это любовь, время. Прикинь. Вот еще кто-то у тебя. Да вашу ж. Нет, эти окна не простреливаются. Нет, нет, это он наивный, эти окна не простреливают. Хиляйся, чувак, он сейчас зайдет, тебя убьет просто. Вон он, сберишь. Выйди вот так вот из-за угла. Из-за угла справа. Блять, надо было. Блядь. Нет, через стену, стены не простреливаются. Да. Да, и в прицел надо войти. Лучше, лучше войти в прицел, чем от третьего лица стрелять. Выйди в эту дверь, да, и обойди справа. Вон он. Вон он, вон он. Давай. Хорош! Еще и от третьего лица, но ты вообще наркоман. Я бы так никогда в жизни не стрелял, серьезно. И на этом я, наверное, на сегодня все. Давай лучше завтра еще пошпилим, потому что я хочу спать. Да, ну ладно. Спи спокойно. Милый друг. Ты еще тут? Да. Ну мы ждем, пока ты уйдешь, чтобы можно было обсудить тебя. Слышишь, а шутер, короче, вот это вот на стриме за этот 18 плюс контент. Какой? Ну, хоть бы футболку, я не знаю. А, ты за это? Нет, так там все нормально, все заклеено. Вот это черными, черной изолентой, да, крестиком вот так вот. Да. Паразит бездействует. Ну, в принципе, как и все паразиты, да? Разве можно так пугать? О! Это как проверяют, знаете, с какой стороны дует ветер. Также по тому, кто сидит сверху, можно проверить, с какой стороны есть люди. С какой стороны дуют пули, назовем это так.